Приступаем. Третья камера, сдвинься левее. Общий план. Стоп, Гюнтер. Подожди. Что? Гляди. Черт. Не прерывай эфир. Ну, дорогой, делай, что хотел. Господи, он же умер. Боже, не убивай меня. Прошу, не убивай. Вы чуете, генерал? Это ваша погибель. Ребята, мы из Дикапер! Лучшая музыка за деньги! Оставляйте чаевые на выходе. Так, ладно. Мы вернулись. У меня в гостях настоящий герой. Таких важных персон в нашей передаче еще не было. Гроза всех террористов. Я должен сделать это лично. За тебя, Карлайн. Чудесно! Спасибо! Генерал Энгель! Вы слишком добры! Итак, генерал, задам вопрос, который у всех на устах. Расскажи. Какого черта? Ты же знал! Твою мать! Я лично отсекла тебе башку! Я убила тебя! Леди, это все, что ты можешь. Тогда вам точно конец. Ты теперь среди волков. И это наш лес. Братья и сестры Соединенных Штатов Америки, не слушайте эту лживую суку! Нацистские гады получат по заслугам. О да, нам надоело их терпеть. Давай, говори. Сограждане, американцы, где бы вы ни были, вы ждете от меня слов утешения, поддержки, мягких и теплых, словно ложь, которые постоянно пичкают вас нацистские генералы. Но я предлагаю вам не покой, а холодную и горькую правду. Правда в том, что нашу великую нацию насилует и грабит величайший враг всех. Всех времен. Враг хочет, чтобы свободу вы поменяли на безопасность, сломить вас, поставить на колени перед новым порядком. Но американцы, тот, кто сеет ветер, тот пожнет только бурю. Вы родились в свободной стране. Вы дали отпор владыкам Старого Света. Вы проливали кровь за простую, но необыкновенно важную истину. Дайте мне свободу или дайте мне смерть. В ваших венах течет кровь революционеров. Так что сегодня готовьте пистолеты, ножи и кулаки. Отыщите угнетателей, где бы они ни были. Скажите им, ничего нам от вас не нужно. Сегодня мы покажем тем, кто сеет ветер, что мы и есть эта буря.
я справился? Охеренно, Вайт, ты был крут. Я нервничал. Заметно было? Еще как, но все хорошо. Пойдем. Аня. С тобой я силен и слаб одновременно. Выйдешь за меня? О, Уильям. Best cases. If that's your best, the only.
Так, Бласковец, пока ребята там раздают люлей и занимаются революцией, мы с тобой почистим кое-какие хвосты, устранив оставшихся обер-офицеров. Садись-ка за машину «Энигма», разверни военную карту и вперед. Я буду на связи. Давай расчистим путь для наших ребят.